По прогнозу ЭДК, поставки носимых электронных устройств в этом году вырастут на 15,3%. Специалисты аналитической компании ЭДК подготовили очередной прогноз, относящийся к рынку носимой электроники. Они уверены, что в текущем году поставки носимых электронных устройств вырастут на 15,3% по сравнению с 2018 годом. В течение года будет отгружено 198,5 миллиона устройств. Более того, рост продолжится и в последующие годы. Говоря точнее, в период до 2023 года прогнозируется среднегодовой рост поставок на 8,9%. Если этот прогноз оправдается, в 2023 году будет отгружено 279 миллионов устройств. Больше всего, 90,6 миллиона штук, в этом году будет отгружено умных часов. Этот показатель соответствует 45,6% рынка. Доля умных гарнитур составит 27,4%. Далее следуют браслеты, 24,7%. Доля умной одежды прогнозируется равной 1,5%, а устройства всех остальных категорий займут 0,8% рынка. Аналитики ожидают, что к 2023 году умные часы не только сохранят первенство, но их доля даже увеличится до 47,1%. Доля умных гарнитур увеличится до 31,0%. Доля браслетов сократится до 18,1%. Доли умной одежды и всех остальных устройств останутся почти без изменений, они будут равны 3,1% и 0,8% соответственно.